Тихо-тихо-тихо. Thank you.
Ну, вот это. Поехали!
Наверное, не половина. Ребятки, дамхильчики, к вам просьба огромная. Вы уже не в первый раз катаетесь в наших пробегах. Запоминайте, начало колонны всегда медленное. Если вы хотите прокатиться с ветерком, ждите конца. И тогда вы разгонитесь, прокатитесь в свое удовольствие по пустым улицам. Пожалуйста, не летите вперед главной колонны. Да, теперь расскажем, какие у нас есть площадки. Не только для велосипедов, но и для роликов и для скейтов. У нас будет сегодня разыгран кубок по велополо. У нас будут соревнования по дракрейсингу. Слева площадка большая, это велополо. Ребят, записываться, вот столик стоит, вот здесь вход будет. Записываться можно, подходить в палатку, вам всегда подскажут люди в оранжевых футболках с логотипом Веломира, что, где и как. Дальше у нас есть площадка по велоквесту, вы тоже туда можете записаться и выиграть хорошие призы. Сегодня это абсолютно бесплатно. Если кто-то все-таки пришел пешком, то сегодня работает прокат велосипедов. Вы можете взять и покататься. Также у нас стоит бизон, гриль. Вы можете вкусно покушать, кто не успел это сделать с утра. О, я устал, я просто ехал на чопере, у меня была одна очень легкая скорость.